Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть «Растения против зомби 2». Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, друзья! И тут у нас куча просто новостей. Но прежде чем начать, конечно, друзья, скажу, что все, мы с тобой не забрасываем. Я, так сказать, свой график отточил в плане горячую новинку. Мы с тобой записывали, поэтому роликов, кстати, не было. Такое будет на канале, друзья, если прям вот именно масштаба такого мирового выходит игра, например, Киберпанк. Ребята, ну серьезно, сколько мы ее ждали? Точнее, я не знаю, вы ждали, не ждали. Вы, может, увлекаетесь другими. У меня, знаешь, на канале чисто винегрет. Кстати, не забудь покушать что-нибудь взять и не забудь поставить лайкосик, братишка. Ну что же, мы с тобой продолжаем. Вот я отхожу немного от Киберпанка, потому что я чисто ночью все записывал, там не было вебки и микрофона. Вот, такие ролики, в принципе, будут. Именно марафоны, но только по горячим новинкам. Итак, ребята, вы не поверите, просто не поверите, но многие мне говорили, я там устраивал стримы, и мне говорили, нет, будет кочанный салат на арене. Ну и давай посмотрим. Где же он? Друзья, где же на арене кочанный салат, пацаны? А его нет. А его нет, потому что, на самом деле, я так и думал, что его не будет. Он слишком имбовый. Он может Гаргантюа один на один положить. Так что хорошо, что я его купил, ребята. Серьезно вам говорю. А вот это растение мы, конечно, в следующей серии все-таки пооткрываем, там попроходим арену. Сейчас, ребята, как ты знаешь, уже скоро Новый год. Надеюсь, у вас хотя бы мандарины какие-нибудь есть. Потому что, смотри, смотри, сзади, блин, уже зомби в свитере таком предновогоднем. Блин, очень-очень хочу сыграть. Мы сегодня обязательно еще в Пенни зайдем, на погоню за Пенни. Но для начала я хочу именно ощутить новогодних зомби, друзья. Блин, это так круто на самом деле. О, ну что ж, ой, снежок, блин, как это круто, ребята. А нам дают арбузы. Арбузы нормально, нормально, друзья. Надеюсь, вы попробовали в этом году арбузики. Я говорю, что я переехал, в общем, в Воронеж, пацаны. И послушай меня, бро. Здесь снега нифига нет. Я всегда жил на Урале, в Екатеринбурге, и для меня снег как-то, ну такое, как бы, ничего особенного в нем не было. Но сейчас для меня это прям особенно, действительно, не хватает. Нет, сегодня у нас, кстати, выпало, сейчас я скажу, какое у нас число. У нас 12 декабря и чуть-чуть снежка, это просто пипец. Ля, подар... Не, этого зомби пропустите. Этого зомби пропустите, пожалуйста, этот зомби нам нужен. Он с подарками идет. Что там за подарок? Блин, я очень обожал, друзья, раньше, когда родители мне дарили всякие подарки на Новый год. Это прям было мега-мега круто. Так, ладно, правда мы... блин, ну, по идее, эта же игрушка должна развивать в тебе именно стратега-перфекциониста. Посмотри просто ужасно, как я их расставил. Ты посмотри на это. Как это ужасно. И еще имбирное печенье, друзья. На удивление, я его чуть не особо люблю, правда. Так, начинаем уничтожать. Давай, давай, конечно, вы не пройдете. Ля, ну вот этого не надо пускать. Вот этого точно не надо пускать. Это хуже даже бати на 1 января, блин. Пьяного. Ужасно пьяного. Не-не-не, вот этого остановить, пожалуйста. Пожалуйста. Так, сейчас, друзья, придется меры нам предпринимать. Давай вот так вот. Быстро, пиньятка, вперед. Блин, это так круто. У него еще такая маленькая шапочка прикольная. Так, давай, давай, давай. Гаргантюа надо уничтожить. Да блин, он не уничтожается, пацаны. Проблема. Проблема, проблема, проблема. Блин, он идет и идет. Да блин, да какой он сильный, а? Засранец. Ничего его не берет. Ты только посмотри. Блин, еще тут зомбаки. Да ладно, неужели мы просрем с тобой? Нет, 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 невозможно, невозможно. Не должны. Не должны, ничего не знаю. Мы должны остановить их. Блин, давай, давай. Я вот специально убрал арбуз, чтобы его сюда посадить. Пацаны. Там два гаргантюа. Все, нам хана. Нам хана, пацаны, блин. Они пройдут. Нет, ну у нас газонокосилки есть, поэтому... Поэтому, да, мы с тобой выживем, но победа не будет настолько сладка, как вкусный, сочный мандаринчик.
Блин, я вспомнил, знаешь, какую песенку? Блин, про апельсин. Маленькая песня была. Я не знаю, помните вы, не помните. Маленький оранжевый гад. Что-то там, там пелось прикольно. Сейчас, погоди, погоди. Пока тут уничтожают, ну-ка. Песня про апельсин. Апельсинчик. Ну-ка, текст. Сейчас, погоди, погоди. Есть у меня один маленький апельсин, маленький гнилой апельсинчик мой. Сейчас его съем, станет моим совсем. Маленький гнилой апельсинчик мой. Стал он моим совсем. Маленький гнилой апельсинчик мой. Я на горшке сижу и в потолок гляжу. Блин, да, я вот вспомнил эту песню. Это очень прикольная песня. Ну, петь я, конечно, не умею. Так, ля, дядь, что это такое? Маленькие подарочки или большие? Конечно, большие, да. Ля, давай. А как ты думаешь, что в среднем? Блин, большие надо открывать, чуваки. Короче, вы поняли, в жизни так же работает, ребята. Хотя хрен его знает, на самом деле. А вдруг там в маленьком что-нибудь такое дорогое очень-очень сильно... Нет, такое не работает в реальной жизни. Ладно, и теперь мы отправляемся с тобой в погоню за Пенни. Так, отсюда мы с тобой уходим. Нам нужно сюда посмотреть. Блин, это круто, ребята. Так, первый уровень. Все, погнали мы с тобой. И, ах, черт, как же хорошо, что я все-таки получил качанный салат. Это прям камень с души, потому что потрачено очень много гемов. И, так, давай посмотрим, что мы стартуем. Гипнотизируют зомби. Угу. Отбрасывает назад 50 дистанции. Давай, наверное, все-таки вот это вначале мы с тобой возьмем. Погоди, это что за... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут есть маленькая проблема. Если до сюда доберутся зомби, вот до этих горячих плит, да, до красных, все, пиши пропало, пацаны. Ну, мы с тобой попробуем. Так, нам нужен для начала... Для начала, блин, я теперь его всегда буду брать. А он, прикинь, он только первый уровень. Вот, вот... Если бы на арене он был, бля, мы бы его прокачали до второго, до третьего уровня, до четвертого уровня и даже до пятого, раз он у нас уже есть, по факту, наверное, бы хватило. Вот. Это бы такая имба была бы. Так, ну ладно, что делать? Значит так, что мы с тобой возьмем? Вот это прежде всего тоже нужно. Давай вот так вот еще сделаем. Что-то надо еще взять. Ну, конечно, нужно взять, братиш. Надо нам хотя бы двойной горох... Ой, двойной горохострел, двойной подсолник. Подсолник! Да блин, я, походу, уже после... Как батя после 1 января язык заплетается. Так. И вот это возьму. Все, let's rock. Погнали, погнали, чувачки. Сейчас будет круто. Итак, прежде всего, вот это Давай, применяем. Угу, хорошо, потихоньку. 15 тысяч? 15 тысяч надо нафармить. Дядь, ты в своем уме, блин? Не, ну по факту это можно, я думаю. Смотри, уже вон сколько мы с тобой получили. Не, в принципе, да, возможно, 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 чуваки. Все, качанный салат начинает делать свое дело, ребята. А это сейчас будет жестко. Поверь мне. Так, давай вот так вот применяем. Так, 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 аккуратно, аккуратно. Нет, нет, нет. Блин, проблематично. Немного. И вот так вот надо делать, ребят. Чтоб быстрее, быстрее мы нафармили. Просто уже идет, смотри, какая волна. Так. Минус, минус, отлично, 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 отлично. Блин, мало, фарми мало, очень мало, друзья. Больше, нужно больше, нужно больше просто. Если мы это применим. Нам бы сейчас, конечно, их не надо убивать. Понятно, мы провалили, пацаны, мы провалили. Стоп, а если мы с тобой на этот ряд поставим... Ага, все понял. Угу. Так, понятно.
Зомбаки, конечно, уничтожаются, но какой ценой это все делается? Нет, не набираем. Почти половину набрали. Нет, погоди, а можно как-то один ряд? Они все сдохли. Стой! Стой, 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 братишка! Погоди. Так, смотрим. Если он сейчас на эту плиточку наступит... Я понял. Блин! Да, вы понимаете, чем это грозит? Минус энергия. Блин. Ну что ж, друзья, давайте дубль 2. Самое сейчас важное, это при том на изи мы с тобой, на изи идем. Значит так, надо их постанить. Их надо как-то станить. Ребята, сейчас мы с тобой подумаем, как нам стоит это сделать. Значит так, стартуем мы уже. Это хорошо, пусть так и будет. Сейчас важно набрать команду. Значит так, мы можем, конечно, много-много маленьких поставить. В принципе, они будут много солнышек давать. Или все-таки с самого начала Twins Sunflower. А погоди, а у меня... А что если... Давай вот этого... Да. Это есть идея. Есть идея, ребята. Так, пусть они будут... Вот это мы с тобой на самом деле не будем так часто применять. Иначе зомби все загнутся. Нам нужно... Так, это я тоже возьму. В принципе... Пусть будет. Будет станет или нет. Нет, я лучше возьму покру. Она их станет. Сейчас надо еще что-то. Что-то еще, друзья, нужно взять, чтобы мы с тобой... Прям прошли этот уровень. Так... Мяту эту берем однозначно. Так, послушай, надо нам вот этого взять. Я его редко на самом деле брал. Так, дубликата или как он называется. Вообще не особо любил его, но теперь понимаю, какой же он все-таки жук. Так, вот, его мы с тобой берем. Так, и что бы еще такое бы взять, чтобы их... приостанавливать. Можно, конечно... Что если это мы с тобой возьмем? Я даже не знаю, ребята. Давай вот это возьмем. Была не была. Так. Для начала. Значит так. Расставляем их. Надо было заморозку, наверное, все-таки взять. Я думаю... Так, видишь, очень быстро мы с тобой сейчас расставляем. Орехи надо было взять, дядька. Блин, орехи надо было... Да почему у меня вот сейчас только мозг начинает работать? Что и можно было салат айсберг взять, и можно было то и сё взять. Ну ладно, что теперь делать? Блин, я чисто усложняю себе жизнь. Для чего? Зачем? Когда и орехи можно было, действительно. Ну, что такое? Ребята... Так, тихо. Блин, сожгут, стоп! Применяем эту штуку. Ну что делать? Придется мне сделать так. Ой, папуаста, одним словом. Ну что ж ты творишь-то, а? Что ж творит-то, папуасиш? Так, есть. Так, избавляемся от него. 6000, окей. Блин, попал все-таки, а, засранец туда. Девять тысяч, пацаны. Так, хорошо. Хорошо, прям реально хорошо. Уф, дядь, отлично. 10 тысяч. 10 тысяч, отлично. Применяем.
11 тысяч, блин, надо ускоряться, пацаны, надо реально ускоряться. Ух, ля, отлично, красавчики, красавчики. Стойте, остановитесь, пацаны. 14 тысяч. О, о, нормально, 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 нормально. Мы сейчас можем с тобой... Тихо, 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 тихо. Смотри, их надо просто задержать. Идеально, просто идеально. Идеально, идеально, идеально. Давай, 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 чуть-чуть, чуть-чуть. Все, изи. Фух, даже без орешков мы с тобой справились. Ля, дядь, отлично, отлично. Блин, да что за уровень? Ну надо было реально взять и салат айсберг вначале, заморозить. У нас бы было время. И дофига орехов. Ну, блин. Ну, что такое? Ну, много же есть тактик. Ну, это тоже сработало, в принципе, на легком. Если бы мы с тобой сложность, конечно, поставили хотя бы среднюю, тогда бы, дядь, ух. Все, тогда бы уже все. Мы бы точно бы не прошли это. Я бы еще энергию потерял. Ну, что же, сегодня еще один. Сейчас будет уровень. Выживет 3 минуты. И это, мне кажется, самое просто будет легкое. Давай вот это вот, запускает мину. Нет, не так легко, друзья, потому что мы не выбираем растения. Помню, помню вот это. Хорошо. Так, так. Блин, прикол, что они, смотри, что делают. А вот это, кстати, интересное растение, но я вот толком... Даже не понимаю, как оно в плане работает, потому что... Ну-ка. Офигеть! Офигеть! Так, пока живем. Стоп, стоп, стоп. Тихо, 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 тихо. Давай, давай жить. Стоять, заморозочка. Пусть будет. Да, смотри, если их вдвоем разместить, то получается они нехило так жарят, но... О, мы его... Офигеть, мы его смогли победить. Так, хорошо. Победили. Ух, что-то вообще капец там до жопы. Просто 50 секунд, ребят. Надо, надо, надо стараться. Блин, как же я ужасно просто это все расставляю. Ничего. Чего, чего. Куха. Отлично, 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 отлично. 9 секунд. Ух, выживем. 3, 2, 1, Ох. Все. Так, и рекламу даже не показали. Отлично. Ну что ж, друзья, на этом мы с тобой пока что заканчиваем. Надеюсь, тебе понравился выпуск. Хорошего тебе настроения. Предновогоднее, так сказать. Оно должно у тебя быть. На этом все. Бай-бай, дорогой браток.